Перон, где встречают нас события, ведут междоусобные бои. Ворота, Капуле, Тимонтеки весной смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветрости тупые алебарды, решая тяжку дряхлой старины. Если бы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. Ну, это ваш не моя мужчина на славу. Такой мужчина, что обедешь целый свет, лучшего не сыщешь. Не человек, а картинка. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить. Вот скуп моих весь грех теперь снят. Зато мои впервые покрылись. Тогда отдайте мне его назад. Мой друг, где целоваться научились. Ромео! Где ты? Дудочку бы мне, чтобы эту птичку приманить обратно! Но я в неволе! Мне кричать нельзя, но мне эхо довела до хрипа! Не молчен повторением этих слов! Ромео! Где ты? Все блага превращаются в порог. К примеру, этого цветка сосуда, а? Одно мне хорошо, другое худо. У его цвета целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд. Так надвое нам душу раскололи, дух доброты и слово своего я. Мне очень понравилось, и то, что люди встали и аплодировали им стоя, да, столько времени, это уже о многом говорит. Россыпь талантов, и я просто постоянно не переставал, иногда спрашивал так, я говорю, это тоже наши ребята, да, это наши ребята, Стины, и, ну, просто, конечно, прекрасно, и так немного необычно это все, с юмором, да, Ромео и Джульетта, все мы это и читали Шекспира, и смотрели много постановок, но очень оригинально снято, прекрасная актерская игра, очень круто. Сюда, угрюмый перевозчик, пора разбить потрепанный корабль с разбега береговые скалы. Пью за тебя, любовь. Thank you.
конечно. Но я, в общем, довольна, как мама. Я довольна, как все мамы должны были бы быть довольны, которые видели всю студию. Я прихожу, вот сегодня же день не премьерный, а специально показ для папы и мам. Так вот, я им и папа, и мама, и брат, и сестра. Это во-первых. А во-вторых, это хороший курс. Я всех детей не выделяю своего батика никак. Я на самом деле всех люблю и знаю их давно. И они ходили ко мне в театральную студию еще детьми во Владикавказе. Так что я давно за ними наблюдаю, люблю, и я очень счастлива. Я считаю, что я в наборе не ошиблась. Мне кажется, что... Что действительно ребята производят впечатление, и действительно это артисты, и действительно, знаете, так редко бывает. У нас нету плохих на курсе, у нас все хорошие, очень хорошие, хорошие, отличные, прекрасные. Бывает так не всегда. Скажу вам честно. Я думаю, что Щукинская школа плохих учеников не выпускает. Это очень... Ну да, Щукинская школа выпускает хороших учеников, но с национальными студиями у нас бывает по-разному. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем этой национальной студией гордиться.